Всем привет, это Максим. Я хотел бы вам рассказать, как выполняется дополнительный ивент резонанс привязанности и какие комбинации вообще есть. Потому что многие игроки, кто-то не находится ВКонтакте, а кто-то до сих пор не понимает даже то, что ВКонтакте появилась информация по связям и не может никак понять, как это работает. Вам нужно выставить в первой вкладке пятизвездочных героев, во второй близкий друг шестизвездочных и выше. И здесь в последней родственная душа десятизвездочные копии героев и выше, для того, чтобы получить награды. Комбинации героев, которые здесь можно выставить, я вам сейчас показываю. Вот, сделаем вот так, побольше. То есть здесь всего несколько комбинаций. Первые 4 это из обычных фракций, и последние 4 из героев фракции превосходства. Например, если вы... Пойдемте покажу, как это работает. Например, строчку вторую с Сажей и Айламаком. Из пятизвездочных героев можно будет получить в награду героя из фракции Крепость, шестизвездочный сундучок и гемы. Как это работает? Давайте покажу. С первой. Герой из фракции Крепость. Здесь указано: прекрасная танцовщица, способная мгновение ока обратить хладнокровные убийцы. Обратиться. Здесь нужно выбрать Сажу, пятизвездочную. А здесь Айламака, любой звезды. Беру десятизвездочную, получаю награды. Здесь за Айламака. Нет, здесь не за Айламака. Здесь вот нужно найти описание. Вот, опять то же самое. Да? То же самое или нет? Все правильно. То же самое. Вот здесь вот нужно выставить. У меня ее нет. Шестизвездочную. И здесь надо Айламака поставить. Ну а в родственной десятизвездочной такой у меня тоже нет. Поэтому плохой пример. Далее. Например, из фракции превосходства. Эос и Вулкан. У меня есть эти герои. Это герой света, Эос и Вулкан. Идем сюда, в знакомство. Ищем герой света. Вот. Элитный герой из фракции света. Сюда указано: королева бессмертного мрачного солнца, окруженная мириадами маленьких планет. Это герой из фракции превосходства Эос. Ставим сюда. А сюда нужно поставить огромный робот-мех. Залог безопасности. Ставить Вулкана. Поставили, забрали награды. В близком друге то же самое. Эос забираем также. Ставим Эос. Сюда ставим Вулкана. Забрали. И в родственной душе я уже забрал эту комбинацию. И все. Вам нужно собрать несколько комбинаций. Чтобы получить максимум наград, это 200 камней привязанности. Они нужны вам просто для того, чтобы получить вот эти вот наградки. 200 перьев, кстати, тоже хорошая награда, поэтому давайте сейчас что-нибудь еще найдем. Вот у меня есть Елена и Айламак. Это герой из фракции тьмы. Сюда Елена из фракции превосходства. Где ты? Вот она, красавица. И Айламак из фракции превосходства. Забрали. Здесь. Кто там получается? Айламак и Елена. Отлично. Сюда также поставить Елену. Айламака. Забрали награды. И здесь. Здесь уже забрал эту награду. Да, вот она стоит. Все, 200 очков привязанности. Я выполнил. 200 перьев. Оранжевый особый артефакт. 9-звездочная болванка. И 50 выпечки. Все. Пользуйтесь этой подсказкой, выполняйте задания, не тормозите, не тупите, потому что многие не понимают, почему и куда. Вот здесь вот нижние нужно героев превосходства ставить. И забирайте на почте награды. Всем спасибо, ставьте лайк, если кому-то будет полезна инфографика, подписывайтесь на канал и всем до свидули.